Всем привет! Сегодня у меня обзор на погодную станцию Орегон. Я с ней уже давно знаком. Пользуюсь такой погодной станцией уже лет 5. Она, ну, практически 75% правды говорит в плане прогнозирования погоды. Ну, естественно, очень точные показания температуры, влажности в комнате. Смотрим на заднюю панель. Ну, то есть там, где стоит отсек для батареи. Вот этот переключатель — это автоматическая настройка часов по атомным часам. Вот ЕУ, сейчас у меня Германия написано. На самом деле в Германии стоит атомные часы и в Великобритании. Ну, естественно, ловит ближе у нас Германия. То есть еле-еле, но ловит. Раз в сутки передает сигнал. Это Цельсия, Фаренгейт, ну и это сброс, естественно. Все, три батареечки. 2А вставляем, а в датчик вставляем 2-3А батареечки. Вот, значит, у нас сразу загорелись они. Ну, датчик мы еще не вставили, батарейки. Сейчас все обновится. Так, а номер датчика вот здесь вот тоже на датчике под батареечкой 1, 2, 3 выставляется. Вот. Ну, за окошко мы его присверлили, там сейчас его повесим. Все, вешай. И вот тот Орегон, который проработал лет 5, а может быть и больше. Здесь вот модель Bar 206 без икса в конце. Чем они отличаются, не знаю, но, по-моему, ничем. Вот сейчас как раз таки пришло время, чтобы заменить батарейки. И сейчас произведем на нем полную настройку. С нуля. Я вам сейчас все подробно расскажу. Так. Так, датчик у меня стоит второй. Он должен сейчас со временем обновить эту информацию. Температуру вот эту вот он сейчас тоже обновит. Вот, все, уже поймал датчик 2,6 на улице. Вот здесь вот, смотрите, моргает одна палочка. В течение суток он должен обновить часы, но пока он не обновил, мы настроим вручную. Временную зону поставим плюс 2 часа. Так, вот они, часы вот эти старые, возможно, новая модель, они, по-моему, переводят зимнее-летнее время еще до сих пор. У нас же один раз перевелось и все. И поэтому сейчас, допустим, плюс 3 часа, но раз эти часы переводят зимнее-летнее время, ставим сейчас 2 часа. И, по-моему, я их меняю раз в полгода. Здесь формат времени 24 часа или 12 часов. Здесь само время, а время у нас 15:57. Так, можно сильно там не калибровать, потому что в итоге они сами откалибруются. 2019 день, месяц, да, так оставляем. Месяц 12, день сегодня у нас 9. Так, 9-12. Вот. Вот и вся настройка. Здесь показывают на ближайшие 12 часов предположительно погоду. Здесь на улице, здесь в доме, влажность в доме и дата. И сейчас вот нажать, у нас вот меняется дата, время, ну и можно день недели здесь посмотреть. Здесь вот диодик внизу стоит, это будет показывать, когда вот резко похолодает, допустим, сейчас опустится до 0 градусов, здесь заморгает синенький диодик, ну вот, чтобы вас предупредить. Дальше уже, если мороз пойдет, он уже не будет моргать, просто вот плюс 1, 0 градус, чтобы предупредить вас об обледенении на дорогах. Вот. Будут вопросы по этим станциям, какие-то проблемы, задавайте. Всем удачи, пока. Подписывайтесь, кто еще не подписан на канал.